Нужно решить вот этот пример. Какой получится ответ? Ну, здесь все легко. Я и математика – это два непримиримых врага. Ну, хорошо. 5 в квадрате – это сколько? 10. Нет. 15? Нет. Подписывайтесь. Сегодня тема будет биология. Я тебе задаю 6 вопросов. Отвечаешь, я даю тебе деньги. Не отвечаешь, ну и типа... Ну и ладно. Ну и ладно, да. Зачем тебе деньги? Хорошо, давай. Хорошо. Только не отступай от меня, пожалуйста. Так. Дистанция также. Да, дистанция. Уже ты привита? Я не буду отвечать на этот вопрос. Ну не отвечай, я привит. От бешенства считается? От бешенства тоже считается. Так, когда? Где зародилась жизнь? В воде. В какой воде? Надо более, надо более конкретики. Где зародилась? Ты имеешь в виду планету или Вселенную вообще? Нет, нет, вот нашу планету. Взрыва? Да, да, нет. Давай нашу планету. Вот нашу планету. Где зародилась жизнь? В океане. В океане. Есть первый ответ. Так, да, давай дальше. Давай дальше, хорошо. Так, чем являются колючки у кактуса? Обороной. Ну, это защитная функция растения. От жуков? Да. От каких приблизительно? От тех, которые его едят. Ну, в принципе, достойно, достойно. Хорошо, следующий вопрос. К какому семейству относятся рожь, пшеница и овес? А варианты можно ответить? Есть. Я могу подсказать, там один вариант будет, потому что я других не знаю. Это злаковые. Это же злаковые. Ну, видишь, да. Я хотел тебе сказать, это на йогурте пишется, да? И ты такая, типа, опа, злаки. Хорошо. Так. Что так громко? Как называются кровеносные сосуды? Капилляры. А еще? Артерии, вены. Ну вот же. Здесь ты молодец. Я вообще молодец. В целом, да. Да. Чистые пруды, да? В смысле, что? Ну, ты там чистые что там? Ну, ты чистила землю там, тебя снимали. Чистый Брянск. Чистый Брянск, вот оно. Хорошо. Так, нервничаю. Так, хорошо. Почему? Я что? Да я же пошутил, ну ты что? Так, вот. Как называется процесс восстановления раны у человека? Регенерация. Заживление. Что, не то? Ну, ты думаешь правильно? Я думаю, да. Процесс регенерации. Да, естественно, все верно. Хорошо. Так, последний, 6-й вопрос, и ты идешь на победу. Что такое метаболизм? Метаболизм – это обмен веществ в организме. Ну, то есть он бывает быстрый обмен веществ, медленный обмен веществ, усваивается. Еда усваивается, распределяется по организму. У тебя такие глаза, не то. Да все то, хорошо. Как думаешь, сколько вопросов подзавалило? Ни одного. Ни одного? Ни одного. Нет, ты завалила про колючки. Ну как так? Вот все у тебя, ты первый человек, которого мы встретили сегодня, он ответил почти на все вопросы и с колючками не справился немножко. Давай дополнительно. Дополнительный у нас вопрос уже на шоколадку. Это уже у нас для ТикТока. Здесь не будет не только по биологии, будут другие.